прошедшие выходные состоялся международный детский турнир по мини-футболу имени известного нарвского спортсмена Шедловского «Нарва Кап 2012». В течение двух дней в спортивном холле Нарвы детские мальчиковые команды из Таллина, Тарту, Харьюма, Нарвы и Ивангорода состязались за звание лучших. Это получилось очень спонтанно. Мы были на турнире в Латвии, и ребята спросили организатор турнира, есть ли у вас в Нарве турнир, мы хотим к вам приехать. И получилось так, что я сказал, что я организую этот турнир, и спасибо огромное Нарвской горуправе, мэру Елене Николаевне Тараквей, когда это все начиналось, это было просто на общественных началах, и спасибо городу, что они помогли нам сделать этот турнир. По итогам турнира кубок за третье место получила команда футбольного клуба «Парус» из Ивангорода. Второе место заняли ребята из Кохтла-Ярве, команда футбольного клуба «Ярве». Организатор турнира Олег Янович выразил надежду, что уже в следующем году нарвский турнир станет самым крупным во всей Прибалтике. Сын мой уже 2000 года рождения, он, то есть уже это турнир 2003 года, то есть турнир растет, он будет расти, и я надеюсь, что летом этого года, 2013 года уже будет гораздо больше команд, и приедут ребята из Латвии, России, надеюсь, из Финляндии, и это будет крупный турнир, который, аналогов в Прибалтике нету, я считаю.